Всем привет! Сегодня вот уже 3 июня наступило, буквально вот 5 минут назад. И Impress ломануло Far Cry 6. Как и было обещано, был тест кряка. И, соответственно, пару деньков прошло, все, Impress ломануло. Если мы посмотрим, у нас здесь версия 13, Uplay, все дела. VM Protect, как обычно, ну, максимум защит, каких можно, Ubisoft всегда ставит. Поэтому Far Cry 6, все, завтра уже можете качать на халявку, сами знаете, на каких сайтах. А если не знаете, добавляйтесь к нам в канал Telegram или группу ВК, и там всегда можете спросить. Все, Far Cry 6, ждем дальше каких-то интересных новостей по релизной сцене. Может, еще кто-то вернется, может быть, CPI или еще кто-то. В общем, слава Хаттабу, помним, верим, так сказать, и наслаждаемся его прошлыми репаками и так далее. Все, до следующей информации по взломам. Покедова.